Вот продолжаем сегодня работы по дороге. Это 13 июня 2016 года. До обеда мы работали с ребятишками. Сейчас вот пришли взрослые только. Ребята пошли к Надежде Васильевне Лапкиной. Вот так вот мы более-менее уплотняем дорогу. Ямки заделываем, бурыки выравниваем. Там, вон, видимо, повезли что-то на тракторе. Телефон! Говори! Говори! Включился. Включился. Ушел кто-то. Непонятно кто.